Всем, господа рыбоохотники, привет! Сегодня я вырвался на ночную рыбалку, также на карася. В прошлый раз я ловил на одну удочку, но решил еще одну прикупить себе 4-метровую удочку. Сегодня мы будем ловить на две удочки. Нахожусь я, значит, возле базы отдыха «Кордон». Вот здесь все так цивильно сделано, везде столики, везде чистенько, мангалы стоят. Я вам это попозже покажу. Погода сегодня просто шикардосная. Ну ладно, погнала, короче, настраивать свои снасти. А вам всем желаю приятного просмотра и не забудьте подписаться на мой канал. Ну вот, собственно, и вот это вот озеро большое. Там вот острова торфяные, не знаю, плавающие, не плавающие. Ну, озеро большое, приличное. Здесь крупный карась обитает. Здесь можно крупного поймать. Надеюсь, мне сегодня повезет. Вот. Ну и мои, собственно, удочки две. Вот сейчас я буду их заряжать червяками. Так, для начала надо нацепить червяка. Я цепляю одного червяка целиком. Вот таким вот макаром. Вон тут кто-то едет на моторе, мужичок один. Вот так я цепляю полностью, эффект будет хороший. Сегодня я взял с собой ведро и сейчас будем делать, замешивать прикормку для карася. Та же самая прикормка, называется Fish Bite Silver. Вот она с чесноком. Это карасю будет нравиться очень. Ну и два вот таких ароматизатора с прошлого года у меня остались. Это фирма Пеликан. Значит, это чеснок плюс ваниль, а это карамель. Мы будем добавлять обе, вот, чтобы более-менее привлекало крупного карася. Так. Это уже проверено. Я уже в том году проверял. Очень хорошо карась ведется на такую вот, на такую жидкую прикормку, то есть ароматизатор. Вот. И она его очень сильно привлекает. Вот. Так, чуть-чуть воды добавим. Сейчас будем помешаем. Ну и как же без средств от комаров? Это средство Рифтамид, очень хорошее, эффектное, вонючее, но помогает. Сегодня я буду использовать два варианта. Один лежачий поплавок, крючок у меня на дне, тут один крючок, и один стоячий. Здесь у меня стоит два крючка на этом поплавке. Посмотрим, какой будет ловить лучше. Ну, наша смесь готова. Сейчас будем подкидывать. У меня очередная поклевка. Сейчас будет первый карасик. О, хороший. Есть. Такой вот нормальный. О,
Ого. У меня вроде поклевка, ага. Вижу, сейчас покажу. Поплавок, где он? Поплавок тонет. Ага, есть поклевка. Ух ты. О, есть. Блин, неудобно. В руке камера. Только подошел, уже карась сидит. Ну вот он, очередной карась небольшой. Хотелось бы побольше. И у меня уже три карася. Одного я не заснял. Не успел заснять. Пока что три. О, еще одна поклевка. Была только что поклевочка настоящая. Нету. Будем ждать. Ну а пока наши поплавки молчат, я проведу небольшую экскурсию. Вот столик на 8 персон. Идем дальше. Здесь столик. Ну, в общем, все в столиках. Там беседка. Там мангал стоит, там домики, балки, волейбольная сетка натянута. Вон там еще один столик. Бетонные плиты. Мешки под мусор. Все как у людей. Ну, собственно, вот такая вот поляночка. Очень уютно, комфортно. Народу нету, так как сегодня будний день. Вот, выходные, тут много собирается народу. Вон даже икона. Даже икона есть. Не знаю, что за икона. Вот такая вон беседка. Классная. Вот там дом недостроенный. Там вот типа тепличного шатра. Там тоже столы стоят. Ну прикольно здесь, вообще классно. Я здесь первый раз случайно нашел это место. Я даже не знал, что здесь есть такое. Ну и самое главное, это я сегодня здесь нахожусь один. Никого нету, никто не мешает. И мне просто по кайфу. Ладно, пойдем, короче, контролировать наши поплавки. Стоячий, лежачий. Вижу поклевку. Опа. Ух ты, хороший. Блядь, сошел. Бля, такой хороший был, сошел. Блин, и запутал все. Твою же ж мать, а. Ну все, я свое дело распутал. Закидываем. Закидываем наш стоячий. О, вот это карась. О. Фу. Вот это я понимаю, карасик. Отличный. Во какой. Вот это карась, вообще нормальный.
Ну, в принципе, без разницы, и на лежачие берет, и на стоячие. Если карась он есть, он будет всегда брать. Главное его прикормить. Короче, сегодня вообще поклевка за поклевкой. Сегодня бешеная рыбалка у меня получается, карасиная. Поклевки постоянные. Во-во-во. Вот он. Вот он, вот он. Вот он. На удочке намотан. Вот такие вот караси. Ну, в основном такие вот сладошечные идут. Крупный только был один за сегодня. О, поклевка. Есть, есть. Еще поклевка. Вот он. Опа! Есть. И сюда. Небольшой. Примерно такой же. А нет, побольше. Такой. Ну, чуть больше ладошки. О, хороший! Вот это карась! О, вообще отличный карась такой, ну, добротный. В итоге у нас сегодня попался второй хороший карась. Рыбалка сегодня просто супер! Вообще, мне просто очень радует. Вообще классно. Продолжаем нашу карасиную рыбалку. Есть, 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 карасик хороший. Блядь, сошел. Твою мать, сошел. О, спустя пару часов я примерно вот столько карасей наловил. На жареху уже есть. Вот ко мне пожаловала белочка. Ну, красавица какая. Вообще красивая. Пушистый хвост. Вот мой лов, вот столько карасей, рыбалка удалась. Ну вот, друзья, вот такая у меня получилась рыбалка. Вчера поздним вечером очень хорошо клевало, а утром сегодня вообще практически не клевало. Вот сейчас одного карася за утро вытащил, и все, больше поклевок не было. Вот, ну, в общем, я буду прощаться с вами. На этом я буду заканчивать мою рыбалку. Кому понравилось, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Вот. Я сейчас чай допью и поеду домой. Ну и всем счастливо. Всем до следующей рыбалки. Не постань чешуи. Всем пока.